Всем добра. Здравствуйте. Скоро наступает зима, выпадет снег. И я решил попробовать собрать вот такого помощника из мотоблока Нева. Адаптер АК-1. Ну и штатный отвал для Невы, который куплен в магазине. Значит, с этим отвалом напрямую с мотоблоком работать очень неудобно, он цепляется, и толку от него никакого нет. Значит, я сделал вот такую конструкцию. Здесь в раме адаптера уже предусмотрены вот отверстия, и здесь, и с той стороны, соответственно. Значит, сделал вот такой кронштейн, сварил ось, которая вставляется вот в штатное крепление. Это как бы, назовем так, прототип испытания, как пройдет это зимой. Значит, опускается отвал, управляется с места водителя, оператора, как хотите. Вот также у него есть, здесь сделан фиксатор, наварен навал зуб, чтобы можно было в транспортном положении его использовать. Вот он сейчас поднятый, чтобы можно было ехать, не держать. Так, чтобы его опустить на себя, и отпускаем. Все, зуб отцепился, ковш опустился. На отвале пришлось поставить вот такую резинку. Без нее отвал просто вгрызается в землю, и никуда мы не едем. Так, резинку я сделал вот из старой покрышки. Обрезаются вот эти края. Из середины вырезается вот такая получается лента. Значит, эта покрышка размерность где-то тут. Вот, 215/60/16. Получается двухметровая вот такая полоса. Отвал метр, как раз ровно на две части делим. Очень здорово, очень здорово. Так, теперь вопрос к знатокам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что сделано неправильно, почему он встает на дыбы. Эту ось надо сделать выше или ниже? Наклон ковша как поменять, чтобы он на дыбы не вставал? Как я уже говорил, без резинки, без этой, он вообще закапывается, просто как в стену упирается. Изначально была идея использовать вот эту заднюю навеску, поставить наперед. Кто-то скажет, можно сразу купить готовую. Да, можно. Но на сегодняшний день она стоит там 6 или 7 тысяч. В общем, сделал даже, вот видите, переходное такое крепление, которое сюда на раму должно крепиться. Это одевается. Но насколько увеличивается длина, плюс еще ковш, получается вот такая каракатица.
вот такой длины получается здесь вперед, но я посчитал, что это неправильно. Поэтому сделал сам вот такую стойку. И попробуем зимой, испытаем, как это будет. Да, кому интересно, значит, про вот этот кронштейн, я сделаю вставочку в видео, можете посмотреть. Подбор материалов для крепления задней навески спереди. Чтобы унифицировать вот с этим кронштейном мотоблока, вот такие профили заходят как раз на место крепления навески. Так, сейчас размеры покажу. Эти детали отрезаны вот от такой металлоконструкции. Так, ширина. Сколько здесь? Так, это видно, нет? Вот 60. 60 на 40. Толщина стенки. Так. 3 миллиметра. Значит, опираются на вот кусок профильной трубы я нашел. Размер, значит, 100 на 100. Толщина стенки 5 миллиметров. Отверстия просверлены насквозь по размеру в этой раме. Сейчас сниму, покажу. Для крепления, ну, видимо, шпильками. Вот, чтобы вот так вот насквозь будут шпильки через раму внизу выходить. Сейчас пока временно просто на болты поставил. Так, этот профиль стоит на прокладках толщиной 4 миллиметра стальных. Я специально подобрал так, чтобы вот эта нижняя часть рамы навески лежала на вот этой поперечине. Чтобы меньше была нагрузка здесь на излом. Так как здесь будет точка опоры, все-таки не так будет выламывать. В этих профилях сделаю также отверстия под штатные костыли, которые идут с мотоблоком, чтобы навеску можно было переставлять вперед и назад без лишних проблем. Так, сюда, значит, к нижнему профилю мощному будет приварено. Можно, конечно, сделать отверстие и поставить на болты, но мне проще приварить. Так, сейчас пока снимем. Да, вот такая получается здесь болванка. Сейчас мы ее тоже открутим. Так, вот болты я открутил, значит, снимаю эту профиль этот. Вот видите, она насквозь просверлена с двух сторон. Так, и вот подкладочки. Просто пластины с отверстиями. Так, ну что, сейчас я все это просверлю, приварю, покрашу, потом продолжим. Получилась вот такая деталь. Еще горячая, только что приварил. Так, ну что ж, вот навеска держится. Стало здесь немножко отцентровать отверстие, чтобы зашел костыль. А так вот, пожалуйста. Ее можно как этой стороной, так и наоборот развернуть этим рычагом вверх. Но это мы посмотрим дальше как. И потом уже будем изобретать подъемное устройство. Как высоко это надо поднять. Я думаю, даже так будет достаточно. Но это будет дальше.
для соединения навесного и отвала, купленного в магазине, будет использоваться вот такая деталь. Смотри, видно, нет? Вот, купленная в интернет-магазине. Значит, покупалась она в основном вот из-за этой толстостенной трубы. Видно, да? Потому что у меня таких нет, а где-то лазить по каким-то металлоприемкам и искать кусочек вот такой нет ни времени, ни желания. Поэтому она будет вставляться сюда, именно не ввариваться, а вставляться. Для этого, значит, так, одной рукой неудобно. Сейчас. Вот, будет приварена вот такая толстая пластина. С какой стороны, я еще подумаю, сверху или снизу. И она сюда плотно заходит. И через два отверстия будет зажиматься болтами. И, соответственно, вот, господи, неудобно одной рукой. Вот видите, совпадает. Сейчас я выну отсюда. И вот так вот будет вставляться. Так же, как в штатном исполнении. Все. Ну, на этом вот краткий обзор заканчиваю. Значит, зимой проверим, как это работает. Повторяю, здесь ничего сейчас красить не буду. Оставлю как есть, потому что, может быть, по ходу дела придется что-то переваривать, переделывать. Вот. Если все будет хорошо, кому интересно, может это повторить. Ничего тут сложного нет. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, кому интересно. Пишите комментарии. Всем пока!